метров. Сегодня жители нескольких домов на Парковой перекрыли улицу Грушевского, требуя включить тепло в их квартирах. Управляющая компания ссылается на долги. Сами горожане утверждают, их нет. На сегодняшний день не запускали отопление и не запускают, угрожая тем, что есть долги. Когда жильцы пошли сверяться на какие-то взаимоотношения, какие долги, они сказали, что ну вот есть начислено. Мы говорим, ну как бы у меня есть квитанция, но квитанция это не является документом для подтверждения оплаты. Значит, ваша оплата не прошла, вы должны. К протестующим приехал вице-мэр Анатолий Орловский. Он пообещал, что вопрос будет решен к понедельнику. После переговоров люди согласились разблокировать дорогу. Движение по Грушевского было восстановлено.